Немецкий писатель Гюнтер Грасс когда-то сказал: «Есть лишь одно удовольствие, превосходящее радость от вкусной еды. Это удовольствие от самого приготовления». И с этим высказыванием согласно учащиеся Брестского государственного торгово-технологического колледжа, которые приняли активное участие в благотворительной ярмарке. По инициативе наших учащихся было предложено провести благотворительную акцию. И денежные средства, полученные от реализации, перевести на расчетный счет в питомник для бездомных животных. И посмотрите, наши детки, никто не остался без участия, все участвуют. К удивлению, обычно у нас участвуют второй, третий курс, да, первый курс. Но у нас есть такие детки, которые поступили после 9 классов, и они тоже изъявили желание сегодня участвовать. И знаете, и очень приятно, что они проявили свою инициативу, позитив. И вот у нас настоящая ярмарка, благотворительная акция. На благотворительной ярмарке яблоку было негде упасть. Большой выбор разнообразных блюд, начиная от интересных кулинарных изысков, заканчивая сложными кондитерскими изделиями, притягивал к себе покупателей, которые охотно приобретали что-нибудь вкусненькое. Ведь свое поварское мастерство демонстрировали учащиеся будущие повара под четким руководством своих наставников, а в некоторых случаях и совместно с родными. Преподаватели предложили поучаствовать в этой акции, я согласился. Также мои одногруппники тоже согласились. Приготовили мы сосиски в тесте, печенье из творога, маффины, чизкейк, ну вот пирог лимонный. Это очень интересно, даже вот самому разрабатывать рецепты какие-то, там экспериментировать, пробовать, что-то получается, что-то не получается. Всегда все интересно это. Мы с мамой так обсуждали об этом и решили помочь колледжу собрать побольше средств, приготовить много вкусностей. Самое много времени затратности это было оливье приготовить. Потом, а если самое сложное, это трайфлы. Мы все готовили, медовые коржи, крем, все делали сами. Сделали слоеные розочки с яблоком, сделали маршмеллоу в шоколаде, мы их назвали облачки на палочке. И еще сосиски в тесте были. Мы в семье любим готовить, у меня нас еще есть сын, он тоже с 9 лет начал готовить, вот, посещал кулинарные школы. Так что у нас как бы поварская такая компания немножко. А вообще очень интересно, и сама вот сам такой процесс. Ярмарка, да, очень, конечно, это и вдохновляет, и интересно, и ей интересно. Я смотрю, что у нее есть интерес. Вкус, запах и внешний вид блюда никого не оставлял равнодушными. Ребята постарались и сделали их не только вкусными, но и красивыми. Разработали интересную подачу и креативное название. А все это точно увеличит шансы собрать внушительную помощь для братьев наших меньших.